Если вы откладываете решение проблем до после победы, вы тем самым фиксируете, что вам победа не нужна. И вы тем самым фиксируете, что вы сделаете все для того, чтобы победа не наступила. Государство должно служить обществу, а не врагам общества. Поэтому всерьез думать о восстановлении смертной казни, безусловно, сейчас невозможно. И сюда гражданам Российской Федерации вход запрещен на территорию Российской Федерации. Если вы не русская, то вам сюда можно. То вам в Россию можно. Русских нельзя. Первый раз в жизни судья московского суда увидела правильно оформленное дело. Искать святых страна умрет к тому времени, когда мы святых найдем. Да и святые вымрут в первую очередь. Знаете, ипотек может задумываться о чем угодно. Это ему не поможет. Используемые Киевом западные спутники могут стать законной целью для РФ. Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю за вооружениями Владимир Ермаков заявил, что страны Запада используют гражданскую космическую инфраструктуру, видимо, имеется в виду спутники Маска, для поддержки украинской армии. Нет, далеко не только спутники Маска, далеко не только там, просто все коммерческие спутники западные, там даже, по-моему, израильские, а уж европейские-то точно, а да и американские коммерческие спутники, они сливают информацию о военных целях. Это известно примерно с апреля месяца, это известно точно. Потому что специалистам это известно с марта месяца. Слушайте, с марта месяца известно, а апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 8 месяцев прошло, дошло до МИДа. Вот. Можно подумать, что МИД будет принимать эти решения про законные цели. Ну, слушайте, это, понимаете, вот вся эта импотенция, она уже даже не смешна. Она уже даже не смешна. Сеть спутников должна просто ликвидироваться. У нас нет спутников, на самом деле, которые способны, благодаря усилиям господина Рогозина и его предшественников, слава, у нас нет спутников и группировки, которые способны передавать информацию аналогично западному спутнику. Но много раз говорилось в открытом эфире, что у нас есть спутники, которые способны уничтожать западные спутники. Вот так вывести эти спутники, начать очистку орбит от космического мусора. В чем проблема? Космический мусор – страшная проблема. Знаете, это реальная угроза нормальному космосу. Ну, вот так 4 мусорных объектов убрали бы с орбиты, которые там не ту информацию передают, глядишь, проблема была бы решена. А вот этот вот писк, так сказать, из МИДа, он на него даже не смеется. Понимаете, на него даже не смеется. Это какое-то министерство выражения глубокой озабоченности. Мазохисты и патенты. И то, что подумали, что Лавров это говорил про западных журналистов ДБЛД, да? Михаил Игоревич, но реально до сих пор не нанесены удары по железным дорогам. Где-то версия же написала, что объекты, где часть доля собственности принадлежит российским олигархам, они священно неприкосновенны для российских вооруженных сил. Написала. А украинская железная дорога имеет отношение к нашим олигархам? Я не знаю, но, наверное, перевозят грузы в интересах российских олигархов тоже. Но, с другой стороны, товарищ Абрамович, это же российский олигарх, правда? Правда. Да. Если он российский олигарх, он выступает на стороне, откровенно выступает на стороне бандеровских фашистов. Да, мы это видели в прямом эфире. Потому что можно осуществлять обмен, там, исходя из каких-то интересов. Но когда вы при этом, так сказать, телефончики дарите убийцам, чтобы им комфортнее себя было чувствовать, то это уже, так сказать, демонстрация того, на чьей вы стороне на самом деле. Вот. Ну, если у нас на российские, по крайней мере, некоторые российские олигархи на стороне бандеровских фашистов, то как же российское государство может выступать против бандеровских фашистов всерьез и системно? Так же не бывает. У нас же министр финансов, когда его спросили, а чего такие дебильные налоги, так сказать, вводить, он сказал, что мне что с олигархами посоветовался, что хотите, чтобы я против них выступал, что ли? Он чуть другими словами сказал, смысл был такой. Школы Литвы
должны отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного в классах с литовским и польским языками обучения. Об этом в эфире радиостанции заявила советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович. А вот Венгрия, например, требует, что разрешит поставки Украине помощи только после того, как будут сняты ограничения с венгерского языка для венгерского нацменьшинства. Ну, понимаете, Венгрия – это государство, которое считает, что оно должно защищать интересы венгров. А российское государство, если так посмотреть на практику, там 282-я русская статья и все остальное, тогда возникает ощущение, что это государство, которое считает своей обязанностью ликвидацию русских. Или, по крайней мере, всячески ущемление русских. Так что я, честно говоря, не вижу здесь никакого противоречия между этими двумя событиями. Ничего, кроме выражения глубокой озабоченности в адрес, так сказать, откровенного апартеида, который был введен в Латвии и Эстонии, например, в отношении русских, ничего не было слышно. Там какие-то там серьезных санкций не было. Экспорт даже зерна через Прибалтику продолжался вплоть до начала специальной военной операции. Понимаете, экспорт зерна через Прибалтику шел. Вот мы какую с вами сферу не обсуждаем, везде какая-то безысходность. Ну, перед революцией, неважно, сверху или снизу, так и бывает. Понимаете, ведь невозможно же воевать с фашизмом и одновременно его поддерживать. Невозможно вести специальную военную операцию и при этом финансировать режим Зеленского, оплачивая прокачку газа по территории Украины, в том числе несуществующую прокачку газа. Поэтому эта ситуация, она неустойчива. Если историки там в начале специальной военной операции говорили о 1904 году, то сейчас это уже 1916 год. И революция сверху, или революция, так сказать, с запада будет. Просто хотелось бы, чтобы оздоровление государства произошло сверху, но нам вот 35 лет уже хочется. Хотеть не вредно, это точно. Почему же вредно? Для тех, кто умирает, вредно. Резонно. Когда мне говорят, ну наше же государство вот это вот заявило, оно же это сделает. Говорю, ребята, идите на кладбище. Если вы верите этой бюрократии, вам там самое место. Вы там почувствуете себя среди родных. Среди тех, кто тоже верил этому государству. Это вам последний раз про что такое говорили, что наше государство что-то сделало? Последний раз мне это говорили про то, что заместитель министра обороны заявил, что российская армия обеспечена всем необходимым еще. Уже новый, уже свежий, уже его. И когда я над этим, так сказать, выразил свое сомнение, учитывая то, как у нас губернаторы закупают обмундирование, как у нас бизнесмены закупают обмундирование, как у нас люди на обмундировании с кем мне сказали, подождите, но вы же сами говорили, что не замминистра обороны сказал, что мы всем обеспечим. Ну, так, подождите, Михаил Геннадьевич, вот давайте об этом поговорим, когда я это слышу, меня переполняют эмоции самые негативные. Смотрите, сейчас все наблюдают, что у нас происходит в вооруженных силах. Выпускаются ролики с напоминаниями, а вот у нас была такая-то система связи, а вот такой-то комплект ратник, а вот то, сё, опять танки. Слушайте, какой нахрен ратник? У нас была полевая почта когда-то в Советском Союзе. Во время войны у нас работала почта. И как бы за исключением там каких-то окружений, каких-то стремительных отступлений или стремительных наступлений, когда рвались все коммуникации, солдат писал домой, там, Люся, я, значит, здесь, у меня все в порядке, как бы одет, обут, начальство сволочи и так далее. Ну, начальство сволочи, естественно, цензура вымарывала. И Люся понимала, что ее там муж или брат или отец, что он живой и пока все ничего, пока все нормально. Сейчас основной вопрос. Значит, мобилизовали, никакой связи нет, никаких весточек нет, ничего не знаем, где, что, как. Я нескольких человек, так сказать, так нашел, после чего мои, значит, отчаявшиеся коллеги в Минобороне сказали, ну, родной, тут целое управление сидит, пусть они на горячую линию звонят. Вот. Но, судя по всему, горячая линия работает как обычно. Все работает. Как
правильно размотать клубок коррупции и выяснить, кто конкретно ответственен. Будет это десятки или сотни человек, чтобы все они понесли заслуженное наказание. Но пока что официальная позиция, которую я ни раз, ни два, ни три слышал, что, знаете, это все, конечно, ужасно. Вот после победы совсем разберемся. Ребята, если вы откладываете решение проблем на после победы, вы тем самым фиксируете, что вам победа не нужна. И вы тем самым фиксируете, что вы сделаете все для того, чтобы победа не наступила. Не какой-то дядя Вася из третьего подъезда, а вы лично. Вот. Ну, после этого коммуникация обычно заканчивается. А еще ни разу она после этого не восстанавливалась. Но это факт. Это факт. Потому что, как уже даже до Олега Царева дошло, огромная часть российской бюрократии жаждет поражения России в этом конфликте. Исходя из сугубо корыстных личных мотиваций. Ни с каких ни из людей. Вот. А как определить? Ну, простите, пожалуйста. А у нас за деятельность министерства отвечает кто? Замначальника депутата? Я имею в виду не определить, а довести до уголовного наказания. Простите, пожалуйста. Преступная халатность с особо тяжкими последствиями. Статья Уголовного кодекса. Чего уж там доводить-то? Вот, пожалуйста. Вот, значит, ратник. Отлично. Кто у нас там сообщил о производстве миллионных экземпляров этой техники, этого обмундирования? Подписи. Подпись того, кто подписал бумажку об этом. Подпись того, кто эту бумажку принял к сведению. И на обороте этой бумажки есть подписи всех, кто согласовали. Вот вам организованную преступную группировку. А если кто-то из вас сумасшедший, то а. Справочку из дурдома, только датированной тем временем, а не этим. И второе. Фамилии всех тех, кто вас в этом состоянии брал в очистку, выражаясь языком Михаила Афанасьевича Булгакова. Все. Никаких проблем нет. И для этого не нужно иметь там каких-то квалифицированных следователей. Знаете, студентов 4-го курса юрфака вполне достаточно. Сейчас студентов 4-го курса юрфака к таким решениям не допускают. Почему? Простите. А почему студентов допускают к написанию ответов депутатам, а к таким решениям не допускают? Вот я из МИДа получил чудесную бумажку, моя любимая. Причем я понимаю, как она возникла. Там начальник дал заместителю, заместитель дал заместителю, заместитель дал помощнику. Дошло до студента, умненький студент написал красиво, как можно, больше всего туда напихав. Подумав, что ну, если что-то я не то, то умные дяденьки вычеркнут. Умные дяденьки не читали, просто подмахнули, не глядя. Это правильно. В результате сейчас МИД уже, значит, во втором или в третьем письме мне официально рассказывает, что я не это имел в виду, написав, что Российская Федерация не может объявить Украину террористическим государством, в том числе потому, что это приведет к отрицанию ее территориальной целостности. Да-да-да. С таким гневом не отвечают правильно. Я так понимаю, они смотрят наши программы. Нет, а я же им пишу. Не, они ничего не смотрят. Ну, слушай, чего от них хотите? Ничего они не смотрят. Они, я думаю, программу времени смотрят даже. А я им просто пишу, ребята, объясните, что конкретно вы имели в виду. Как вы могли такое подумать? Это все в письменном виде. И, возможно, даже вообразить себе. Ну, как бы люди отрицают собственные слова. Собственные слова. Ну, что вы хотите от этих людей? Они уже старенькие, у них уже, судя по всему, мозг закончился. Мозг закончился – это подходящее выражение. Слушайте, в реальности кто этим должен заниматься? Какая-то специальная парламентская комиссия? Или это генпрокурор может за министрами у нас охотиться? Или это только ФСБшники должны делать? Кто должен спросить существующую систему с того, что произошло у нас с оборонной промышленностью? Вы знаете, в любом расследовании самое главное не выйти на самих себя. Начиная с определенного уровня, ну с министра, то уж точно, санкции на расследование дает только президент. Даст он санкцию на расследование вице-премьер Рагутин. Что скажет вице-премьер Рагутин?
Так я Владимир Владимировичу отчитывался, он был полностью доволен. Почему? Какие ко мне претензии? Ну, вот на этом все и закончится. Как я понимаю. Друзья, что думаете о таком раскладе? Пишите в комментариях. И для этого нужно иметь некоторую волю. Для того, чтобы сказать, нет, товарищ Рогозин, вы меня обманывали, вы меня ввели в заблуждение. Вот, так что извольте отвечать за свой наглый циничный обман. Но поскольку это придется говорить, как бы сказать, помягче большому количеству людей, в адрес большого количества людей, то все тихо, культурно спускается на тормоз. И дальше отставок и там назначение товарища Борисова на Роскосмос дело не идет. Но я думаю, мы с вами понимаем, что какое светлое будущее ждет любую организацию, которая сделана отстойником для проштрафившихся, как минимум, людей, которые не справились со своими обязанностями. Да ничего хорошего. Так что с Космосом у нас все будет просто замечательно. Смотрите, обсуждают все отставку Кудрина с поста руководителя. Да какая отставка? Это не отставка, это уход Кудрина. На более тучные пастбища, на более высокие хлеба. Он теперь будет пастись в коммерческом секторе и будет значительно больше легально получать, чем раньше. Михаил Игнатьевич, смотрите, мы с вами в большом количестве наших роликов обсуждали, что, в принципе, вот именно на основе данных Счетной палаты ни Росстата, ни каких-то там других статистических ведомств, вот именно Счетная палата часто показывала такие цифры, которые в не лучшем свете показывали работу нашего государства, нашего правительства. То есть Счетная палата – это такой орган, который имеет возможность показать неприглядную реальность. Может быть, Кудрина убрали, чтобы он как раз и не расследовал вот эти все моменты? Слушайте, что за странность? Счетная палата – это орган плачущий, это орган рыдающий. Она в свое время даже при Кормоке, по-моему, Юрий Бондарев этим занимался, Юрий Юрьевич, значит, она вскрыла злоупотребление при приватизации, масштаб этих злоупотреблений. Но поскольку ни одна правоохранительная структура не обязана возбуждать уголовные дела по фактам злоупотребления вскрытой Счетной палаты, то, собственно, никто этим и не занимается. Знаете, по желанию, может заняться расследованием преступлений, которые Счетная палата выявила, может не заниматься. Вот. Счетная палата при Кудрине, она, так сказать, занималась исправлением мелких бухгалтерских неурядиц. Ну, Кудрин бухгалтер, ну, вот она бухгалтерскими делами и занималась. Надо сказать, что она была очень комфортна для взаимодействия, остается таковой. Вот. Но по-прежнему этот орган абсолютно беспомощный. Так что Кудрин там не мешал примерно никому. Может быть, он мешал как конченый либерал в российском государстве, но как бы он не занимал такой значимой позиции, как там Набиуллин или Силуанов. Вот это такая просто была синекура для человека, который много сделал в свое время для президента. Ну вот. И поскольку он друг президента, то он должен быть всегда на высокой позиции, на высокой должности. Ну а теперь его перекинули в Яндекс. Это будет, конечно, это будет большое счастье для Google. Да и для Сбера тоже, кстати. Хорошо. Много идет разговоров, тем не менее, о том, что Кудрин мог бы стать преемником Путина или, нет, по крайней мере, спойлером на выборах. Нет, это невозможно, потому что Кудрин, ну, для того, чтобы быть даже спойлером на выборах, знаете, спойлером на выборах может быть Ксюша Собчак, которая способна привлечь общественный интерес и способна поддерживать диалог, неважно какой степени осмысленности, но она способна его вести. Бухгалтер, который в любой аудитории разговаривает только сам с собой, даже спойлером быть не может. Это все не серьезно. Это все ерунда. Это все реклама самого Кудрина или его пиарщиков, или его каких-то странных доброжелателей. Смотрите, жестко вы, конечно, его охарактеризовали, но у вас есть предположение, кто, кого может Путин сейчас рассматривать в качестве своего преемника, какие-то транзитные фигуры вот сейчас, по состоянию на зиму 22-го года? Вы знаете, в свое время рассматривал Зинчева. Что там с ним случилось? Прошу. Погиб.
Ноги. Геройски прыгнул в пропасть. По официальной версии. Вот, поэтому давайте на эту тему не гадать. Кто у нас еще кто-нибудь с кремлевской звезды свалится? Хорошо, еще одна тема, которая перекликается с двумя предыдущими. Очень много сейчас говорят о смертной казни. Популярная тема. Когда мы видим откровенное предательство, которое ведет к чудовищным человеческим жертвам, невольно возникает мысль о смертной казни, естественно, просто как воздаяние. Вы считаете, в текущих условиях это целесообразно? Я считаю, это в текущих условиях необходимо, потому что есть ряд преступлений, которые настолько рентабельны, что ничего, кроме страха перед смертной казнью, не остановит. Даже с пожизненного заключения у нас тут не так давно вернулся первая ласточка. Вот. А уж учитывая, что там какие деньги крутятся, скажем, в наркоторговле, понятно, что там можно надеяться купить любой суп. Можно на это рассчитывать. Но ведь чтобы это сработало, должен быть какой-то пример, приговор должен быть приведен в исполнение, хотя бы один. Конечно. Нет, и не один, одного недостаточно. С одного раза люди... Я имею в виду один приговор в каждой сфере, чтобы наркоторговец ассоциировал, со мной тоже может, министр-коррупционер, а со мной тоже может, и так далее. Ну, для этого государство должно служить обществу, а не врагам общества. Понимаете, вот так. Поэтому всерьез думать о восстановлении смертной казни, безусловно, сейчас невозможно. При этом государство... Причем, когда его противников, не дай бог, конечно, будут казнить, как Каддафи, они будут искренне понимать, за что. Не дай бог, конечно, это будет, но пока мы идем именно в ту сторону, причем идем очень уверенно. Вот пишут. Источники верстки утверждают, что на встрече в середине ноября в администрации президента звучало словосочетание «русская репатриация» и обсуждалась трехступенчатая программа по возвращению в страну наиболее востребованных профессионалов. Как вы думаете, те люди, которые сейчас страну покинули, они еще вернутся? И что для этого нужно делать? А многие из них хотят вернуться. Более того, огромное количество людей, которые уехали давно, сейчас пытаются вернуться в Россию. Из Германии, из Израиля, из Эмиратов. Я просто ко мне обращаются эти люди, потому что они сталкиваются с российской бюрократией, которая категорически не хочет принимать в страну лиц русской культуры. То есть, если вы таджик из аула, или там плохо говорите по-русски, то, пожалуйста, ради бога, вот для вас все сразу сейчас будет, мы вам все сделаем. Если вы лицо русской культуры, не дай бог, с высшим образованием, не дай бог, вы хотите жить в России сознательно, то от вас будут отбрыкиваться руками и ногами. Эти истории просто, они чудовищные. Ну, в Германии люди сталкиваются с русофобией. А в чем сложность? Имеется в виду те люди, у которых уже другой паспорт, да? Нет, у кого-то другой паспорт, у кого-то никогда не было российского паспорта. Есть люди, которые уезжали там, в 89-м году в Израиль, их лишали советского гражданства тогда еще. Вот, в 88-м их лишали советского гражданства. И они хотят вернуться. В общем, это люди русской культуры, это не традиционные люди. Да? Вот. И они сталкиваются с ситуацией, когда, например, они не знают, куда пойти, приходят в миграционный центр Сахара, и говорят, граждан Российской Федерации пустить не можем. И сюда граждан Российской Федерации, вход запрещен на территорию Российской Федерации. А у вас какой-нибудь другой паспорт есть? Такая тетушка говорит, ну вообще у меня еще есть паспорт гражданки Германии. О, пожалуйста. Если вы не русская, то вам сюда можно. То вам в Россию можно. Русских нельзя. Категорически. Это государственный... Может, они решили Гоголя постановочку сделать? Гоголь на современный лад. Ну да. Да, только это МИД, МВД и все остальные. А в реальности что нужно делать вот конкретно? Вот с чего начинать оздоровление государства вот прямо сейчас? Все упирается в это. Что делать? Первое, что должно произойти, это убрать всех старых чиновников или люстрацию по каким-то признакам старых чиновников. Что должно происходить? Первое, что должно быть сделано, должно быть зафиксировано, что гарантированный прожиточный минимум.
Б. Запрет вывода капитала из России. Только инвестиции, только по согласованию. Запрет обналички. Ну, пожалуйста, обналичивайте в пределах средней месячной зарплаты в день. Да? Сейчас 60 тысяч рублей, ну, можно 50, не критично. Дальше. Дешевый кредит, ограничение финансовых спекуляций. Политику никогда не делают ангелы. Искать святых, страна умрет к тому времени, когда мы святых найдем. Да и святые умрут в первую очередь. Дальше все очень просто. Любая попытка саботажа, любое изображение, что я не понял, что вы мне сказали, просто тупо вспоминаются все старые дела. Это к студентам юрфака. Студенты юрфака. Комиссары в пыльных шлемах, в мантиях. Не надо в мантиях. Тут одного деятеля взяли не так давно в одном замечательном российском городе. Знаете, судья так удивлялась в Москве. Ей реально, она первый раз в жизни увидела, первый раз в жизни судья московского суда увидела правильно оформленное дело со стороны следствия. Вот, ну, это, конечно, фантастика, да. Шел 2022 год. Обсуждаем трущобы, прибавка к пенсии 1000 рублей. И как же добиться, чтобы хотя бы уголовные дела правильно оформляли? Да. На территории завода «Тойота» в Петербурге работают прокуратура, полиция, спецназ. Причина приезда покрыта тайной. По одной из версий, приезд связан с проверкой исполнения трудового законодательства в отношении сотрудников при прекращении работы. По другой версии, проверка связана именно с самим закрытием предприятия. Я так понимаю, сейчас у нас активизировалось рейдерство в самых разных сферах и отраслях. В Кавминводах там вот эти несчастные санатории, еще 20 лет назад приватизированные, решили реприватизировать, потому что неправильно что-то там было. Приватизированные санатории – это одно. Там люди приватизировали кусок земли у профсоюзов. На этих кусках земли они построили рай земной, теперь какой-то чиновничек решил, что этот рай земной отлично будет ему прибавка к пенсии. Соответственно, все это конфискуют руками прокуратуры. Вот, через московские суды. Ну, получат стрельбу, может быть, кто-нибудь начнет думать об этом. Может быть, не начнет думать. Насчет защиты трудовых прав – это очень смешно. Ну, конечно, хотелось бы поверить, что российское государство начало защищать трудовые права граждан, но я все-таки столько не выпью. Вот. Так что я думаю, что это связано с тем, что Toyota уходит, если она, конечно, уходит действительно. Ну и, соответственно, возникло как-то спор хозяйствующих субъектов за то, кто же всем этим будет теперь владеть. Михаил Игнатьевич, а это вообще, ну... А что с этим бардаком делать? То есть, если прокуратура выполняет пожелания чиновников, ну, это же уголовка. Нет, формально она выполняет закон. Просто она о нем вспомнила. Согласно чьему-то пожеланию, как я могу предположить. На Северном Кавказе даже все знают, кого именно. Я утешаю, что человеку жить не очень долго осталось. У него там со здоровьем плохо. Но пока держится. Очень интересно. Потом без камеры скажете мне, кто это. Я постараюсь не проговориться. Вот сообщают о том, что те самые знаменитые администраторы телеграм-каналов Ксении Собчак, которые шантажировали великого Чемизова из Ростеха, запросили за блог на информацию аж целых 150 тысяч рублей. Чё? 150 тысяч рублей. Администратор телеграм-канала как-то вот так, Анатолий Спирин, обвиняется в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особому поручению госкорпорации Ростех, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Интересен ваш комментарий. Чё-то странновато похоже на провокацию. Ну, я так понимаю, что 150 тысяч рублей госпожи Собчак это даже не высморкаться. Вот. Ну... Так что странновато. В принципе, бывает так, что приходят люди и говорят, давайте вы не будете писать вот про это, а мы за это вам дадим денег.
Я в таких случаях очень вежливо говорю: ребята, идите лесом. То, что мне интересно, я писать буду. То, что мне неинтересно, я писать и так не буду. Поэтому не надо. Но если в такой ситуации человек говорит: хорошо, ладно, я возьму, то после этого можно его оформлять за вымогательство. Другое дело, что по российским законам провокация как бы сама по себе является преступлением, и нельзя сажать людей, которые повелись на провокацию, нельзя наказывать людей. Но кто же это все читает? Наших правоохранительных, прости господи, Ну, то есть провокация взятки запрещена, поэтому, в принципе, можно сейчас отбиться от этого уголовного дела. Не думаю, что можно. Почему? Вызывайте, что это российский суд. Мало ли что российский где запрещено. Мало ли что где запрещено. Конечно, хочется надеяться, что все будет как обычно по закону. 150 тысяч за блок на информацию о такой структуре, как Ростех, но это как-то очень смешно выглядит. Как если бы Рокфеллеру предложили бы 20 копеек за то, чтобы не ругать их матом. Что-то вот в этом духе. Хотя возможно, что учитывая уровень управленческих решений, которые у нас принимаются в разных сферах, связанных с промышленностью, возможно, что так все действительно и было. И то, что кажется нелепым со стороны, кажется очень естественным изнутри. Хорошо. Еще одна тема, связанная с Европой. Европейский чиновник... Кстати, какая там зарплата у этого директора по особому поручению? Вернее, годовой доход. Мне просто интересно. Ну, миллион-то в месяц у него есть? Чисто. Ну, так наверняка. Наверняка. У них же там все самое сладкое в премиях. Угу. Зарплата это даже не так... Европейские чиновники пытаются обвинить жадных американцев в нынешней депрессии континента, вменяя им то, что они поставили могучий доллар превыше всего, опустившись так низко, что даже воспользовались войной на Украине. Пишет об этом журнал «Политико». Вот опять, за прошедшие, наверное, года два, периодически европейские чиновники пытаются как-то взбрыкнуть. Есть ли шансы, что в Европе все-таки задумывается о собственном суверенитете, чтобы их не смыла волна народного гнева или по каким-то другим причинам? Знаете, ипотет может задумываться о чем угодно. Это ему не поможет. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что европейские чиновники способны задумываться о чем бы то ни было. Но даже если не задумываются, ну, задумываются. Но это будут ездить размышления в стиле российского МИДа. Примерно так же. Примерно с той же эффективностью. Им будут говорить, что они должны делать, они это будут делать. А если какой-нибудь чиновник вдруг по каким-то причинам откажется, его заменят на того, кто будет делать все правильно. Вот в этом отношении какого суверенитета, скажем так, суверенитет Европы ограничен ссорами и спорами, локальными конфликтами между их хозяевами, англичанами и американцами. Вот. То есть слуга двух господ может просачиваться в щелочку между ними, но не более того. Все равно стоит услугой. Мне особенно понравилось в этой истории то, что вы цитируете американских. То есть это не европейцы говорят, что американцы гады. Это американцы жалуются, что европейцы могут разинуть хлебальник и пожаловаться на то, что американцы какие-то не такие. Это американцы жалуются на неблагодарных европейцев, которые способны вообще задуматься о каком-то своем несуществующем суверенитете. Да, об этом я даже не задумался. Не обратил внимания. Очень забавно. Михаил Геннадьевич... Подождите. Да. С другой стороны. О каком суверенитете может задуматься Макрон? Это инвестиционный банкир из Сити. Командированный работать президентом. Никто не знал, что Российская Федерация окажет ему внезапную поддержку и обеспечит его переизбрание на второй срок. Ну, потому что он там с Путиным звонил, Путин трубку брал, там какие-то были контакты, диалоги, он на этом, естественно, большой внутриполитический капитал наш. Мы обеспечили его переизбрание на второй срок. Естественно, никакой нормальный человек из Сити такого бреда вообразить себе не мог. Они там деньги считают. Они как бы мыслят рационально. Михаил Геннадьевич, Еврокомиссия уже заявляет о том, что
А ущерб, нанесенный Украине со стороны России, соответственно, наши выплаты должны составить уже не 385 миллиардов евро, а 600. А Зеленский заявил, что 1 триллион долларов Россия должна будет выплатить. У меня один вопрос. Так. А кто-нибудь в МИДе Российской Федерации посчитал, сколько нам Запад должен за антироссийские санкции, за антироссийскую пропаганду, за нанесение нам морального и материального ущерба, за холодную войну, минуточку, за афганскую войну, за грузинскую войну, за чеченские войны. А кто-нибудь это посчитал? Нет? А почему? Как сказал товарищ Лавров, ДБЛД? Ну так и хавайте, если вы ДБЛД. Реально, Михаил Геннадьевич, что касается выплат со стороны России Украине, а если Россия откажется платить... Что ждет наши там вообще, какая перспектива у России в плане торговли, других каких-то экономических взаимоотношений со странами Запада? Все, нам впереди у нас только переориентация на восток и на юг. Подождите, у вас украли 300 миллиардов долларов. Вы выразили, вы там что-то попищали в кустиках и в остальном выразили полное желание продолжать сотрудничество. Взаимовыгодные, как вы это называете. Ну, слушайте, если вы до такой степени, как бы сказать, помягше, не в меня. Взаимовыгоднулись. Да, ну, грабить вас одно удовольствие. Сейчас они подождут, пока банк, а пока Минфин и Банк России еще накопят резервов в евриках и в фунтах стерлингов, и еще раз их заморозят. Да. Михаил Геннадьевич, на самом деле у меня уже вопросов нет, одни эмоции. Как вы думаете, вот вы упомянули на определенном этапе разговора, перед революцией так и бывает. Предположим, мы готовимся к какой-то смене энергии. Дальше... К чему нам готовиться? Получать инженерное образование или что? Вот ваш взгляд на перспективу 2-5 лет. Перспектива 5 лет у нас очень хорошая. Перспектива 2 лет у нас очень плохая. Потому что на 2 года произойдет, я не считаю, что Россия погибнет. На нашей стране опять играет глобальный кризис, как и в прошлые смуты. Я просто напомню, что в 26-м году польская армия могла бы взять Москву, вообще не заметив. Да. Но Польша была настолько глубоко погружена внутри европейские разборки, что ей было просто тупо не до этого. Вот. А в 29-м было уже поздно. Вот. Поэтому мы выживем. Мы сохранимся как государство, мы сохранимся как цивилизация. Более того, мы не понесем территориальных потерь. По крайней мере, ощутимых. Ну, правда, Херсон мы уже отдали, но я думаю, что вернем. Вот. Но у нас будет очень тяжело. У нас не будет февральской революции. Это дамоклов меч, который висит над головой постоянно. Но, знаете, опасность, которая сознается всеми, она не допускается. А поэтому у нас, я думаю, произойдет трансформация системы госуправления. Трансформация достаточно рациональная. Крайне болезненная для всех причастных к этому делу. Крайне болезненная. Но я думаю, что достаточно быстро. Если честно, я ждал этого в начале сентября. Я этого не дождался. Вот. Но я думаю, что до конца лета это случится. Президент Путин наше все. Мы вокруг него сплотились. Вокруг Верховного Главнокомандующего. Ну и дальше... Наше сплачивание вокруг него будет подкреплено, наконец-то, позитивными обстоятельствами. Я исхожу из этого сценария. Я понимаю, что для большинства граждан Российской Федерации он выглядит абсолютно безумно. Доверие абсолютно подорвано, конечно. Нет, никакого доверия нету. Я имею удовольствие иногда слушать разговоры. Ну, знаете, как на линии фронта. Человек с кнопочным телефоном отбежал там на километр от позиции. И на свой страх и риск там поговорил 5 минут. Вот, я могу сказать, что стороны охреневают одинаково.
тыл охреневает от степени осмысленности боевой подготовки и о качестве снабжения тех, кто на фронте, а фронт охреневает от уровня социальной заботы о гражданах. Вот. Посмотрим. Дорогие друзья, это был Михаил Делягин. Высказывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты. Что думаете вы от ближайшей перспективы? Ждать каких-то перемен от Кремля, от государства? Или у вас есть какие-то другие предложения? Подписывайтесь на канал Делягин Спешл в Телеграме. Подписывайтесь на канал Не Делягин на Ютубе. Михаил Геннадьевич, до новых встреч. Счастливо, спасибо большое.